За буковкой прячутся ткани. Распишем монограммами Барби. Используем рюши. А вот и крошка. Уютная колыбелька. Наполняем бутылочку молоком. Приятного аппетита, крошка Барбара! Барби-медсестра ожидает пациентов. Доктора, срочно, доктора! Ложитесь на кушетку. Так-так, пора. О, что там происходит? Так волнуюсь. Кен мается в зале ожидания. Просыпайтесь, вы стали папой. Какая красавица! Дочурка, назовем тебя Барби. Она прелесть. Не спорю. Пора покормить крошку. Молочко. Какая чудесная семья. Комок полимерной глины. Рисуем корсет. Пышная юбочка. На платье сверкают стразы. Куколка станет чудесным подарком. У малышки день рождения. Роскошный торт, гора подарков. Милый, встречай гостей. Как быстро растут дети. Не то слово, дорогой. С днем рождения, мы с подарочками. Гостинцев стало еще больше. Классный сюрприз, девочки. С днем рождения, красотка. Это тебе. Спасибо. Вот подарок от мамы с папой. Ух ты, что там? Это будет моя любимая куколка. Детки играют вместе. Барби в восторге от куклы. Пора задуть свечку. Хочу, чтобы мы с куколкой никогда не расставались. Праздник прошел великолепно. О, ничего не вижу. Сейчас все уладим. Это что, шапочка? Прическа мечты. Пора переодеться, модная боди. Кепка в тон наряда. Барби стала чуточку старше. Подружки загорают на пляже. Привет, Барби! Привет, Барби! Привет, Барби! Привет, Барби! Дети играют вместе, а вот и Кен. Ух ты! Привет, Кен! Привет, Кен! Привет, Барби! Решил прокатиться на серфе? Да, конечно, я в этом профи. Ой! Лучше вызвать скорую. Да ничего, я в норме. Что же будет? Нужно в больницу, приятель. Я еду с тобой. Goodbye, mate. Пара ботиночек. Замешаем идеальный розовый. Установим крепление. Соберем защиту. Пара роликов и налокотники с наколенниками. Комплект для активного отдыха. Дети отдыхают на игровой площадке. Ого, он крутой! Вот это трюк! Барби подъехала на велосипеде. Привет, Барби! Привет, Кен! Ты умеешь кататься на роликах? У меня нет своей пары. Не беда, держи мои. Они регулируются. Ну вот, идеально. Я боюсь. Попробуй сама. Падаю. Поймал. Тебе нужна защита. С ней ты будешь увереннее. Ух ты, и правда. Спасибо, что научил кататься. Барби подросла. Пора переодеться. Сверкают пуговки. Вау, какие штаны! Вырезаем шарфик. Стильная шляпа. Ковбойский образ Барби к лицу.
Добро пожаловать в колледж. Студентки болтают перед уроком. Привет, Барби! Привет, Барби! Вау, какой у тебя лук! Супер круто! Розовый в тренде. Икона стиля. Побежали на урок. Она даже меня не заметила. Посвящу песню этому грустному моменту. Что это, слышите? Я догоню. Ты очень красиво поешь. Это твое. Цветы. Мои любимые. Пойдешь со мной на свидание? С радостью. На наших глазах сложилась прекрасная пара. Возьмем рулон фольги. Обмотаем каркас синильной проволокой. Пара ушек. Превосходный груминг. Хороший мальчик. Очаровательный Барби-пудель. Странная Барби отдает щеночка в добрые руки. Приветик. Ку-ку, ребята. Не желаете обзавестись питомцем? Кто там в коробочке? Какой милашка! Пусть он останется с нами. Пудель покорил сердце Барби. Мы будем с тобой неразлучны. Хочешь косточку? Маленький веселый пудель скрасит жизнь пары. Захватим цепочку. Крепим к кольцу. Помещаем украшение в шарик. Крепим на проволоку. Кого-то ждет фантастический сюрприз. Кен готовит свидание для Барби. Не подглядывай, милая. Мы на месте. Присаживайся за столик. За тебя, любовь моя. Сыграем в игру? В одном шарике сюрприз. Так, может, этот? Ой! Вторая попытка. Давай. А тут что? Нашла. Дорогая, станешь моей женой? Конечно, да. Близится свадьба. Сошьем платье невесты. Сверкают стразы. Юбка словно облачко. Позади огромный бант. Не хватает только фаты. Настал день церемонии. Кен заждался Барби у алтаря. Кажется, успела. Дорогая, выглядишь восхитительно. Тебе нравится? Невероятное платье на невероятной девушке. Свадебный марш! Согласны ли вы любить друг друга вечно и стать мужем и женой? Согласна. Слово жениха. Да! Ты будешь лучшим мужем на свете. А ты идеальной женой. Прошу подать кольца. Колечко подошло. Скрепите союз поцелуем. Раскрываем шарик. Собираем каркас из палочек. Закрепляем цепи. Пушистый матрасик. Милая детская колыбелька. Что-то не то. Хочется больше розового. А это я заберу. Добавим подушечек. Колыбель подарит сладкие сны. Барби с Кеном готовят кроватку для будущего малыша. Почти готова. Полюбуйся, милая. Как здорово. Проверю еще раз. Теперь идеально. Подушечки подходят сюда, правда? Мастер на все руки. Лучший муж в мире. Люблю тебя. И я тебя, и нашего малыша. Как он там? Кажется, начинаются схватки. Срочно в больницу, я тебя донесу. Все позади. Мы дома. Я так устала. Я уложу малышку, не беспокойся. Крошке понравилась кроватка.
Это просто супер, папа! Счастливое семейство может отдохнуть. Возьмем полимерную глину. Человечка из проволоки покрываем глиной. Подровняем. Запекаем фигурку. Готово! Куколка застыла. Рисуем купальник. Из розовой ткани смастерим платье. Бантик на волосы. Фигурка Кена. Вырезаем развертку. Именная этикетка. Прекрасный набор. Родители отдыхают дома. Кен за ноутбуком. Барби играет на пианино. Моя любимая кукла Кен. Жалко, у меня только ты. У меня скоро день рождения. Подарите мне куклу. Папа, пожалуйста. Хочу куклу Барби. Дорогой, сделаем Скиппи подарок? Поехали. Родители ушли в магазин игрушек. Нам нужна кукла Барби. Как раз последняя осталась. Какое везение! Родители поспешили домой на праздник. Гости уже собрались. Мы тебя очень любим. Держи, милая. Ура! Спасибо! Вы самые лучшие! Кэти, давай поиграем. Девочки играют с куклами. Праздник удался. Игрушечные пупсы. Рисуем глазки. Светлые волосики. Чудесный малыш. Бутылочка для кормления. Пластиковая деталь. Фрезер в деле. Замечательная игрушка. У Скиппи есть младшая сестричка. Ей очень нравится заботиться о крошке. Барби не нарадуется. У меня для тебя подарок. Игрушечный малыш Бэби Борн. Здорово! Сперва накормлю тебя. Баю-баюшки! Ты хочешь на горшок? Сестричка проснулась. Милая, покорми ее, ты уже умеешь. Скиппи счастливо заботится о младшей сестренке. Отличная машинка. Уберем сломанные детали. Все в розовом. Лобовое стекло. Стильное авто для куколки. Барби с дочкой в кафе ждут Кена. Вот и он на новой машине. Ух ты, какая красивая! Ой, крошка, подожди минутку. У меня кое-что есть для тебя. Машинка для моей Барби. Скиппи с Кеном играют с машинкой. Садись, прокатишься. Как весело. Семья отлично проводит время вместе. Сколько вещиц? Воздушный пластилин. Слепим голову фламинго. Нарисуем глазки. Чудесный круг фламинго для плавания. Их два. Для больших и маленьких. Семья отдыхает у бассейна. Кен пританцовывает под музыку. Пап, мне нужен круг. Выбирай. Я хочу красивый для себя и Барби. Милый, займешься? Конечно. Скиппи играет с собачкой и куклой. Смотри, что у меня есть. А для моей куколки круг есть? Кен позаботился обо всем. Спасибо, папуля. Девочка с куклой весело плавают в бассейне. Прекрасный семейный отдых. Как много разной обуви. Заднюю часть убираем. Разноцветные помпоны. Замечательные туфельки. В мамином гардеробе много красивых вещей. А вот и Скиппи. Примеряем платье. Красота! Еще обувь надо.
Малышка выбрала туфельки на каблуке. Как мама в них ходит? Милая, ты цела? Мама подарила дочке детские туфли на каблуке. Наденем шляпку. Скиппи – копия Барби. Кусочки картона. Собираем конструкцию. Укрепляем трубочками. Кровать, сердечко. Одеяло из пайеток. Ставим мебель в комнату. Целый набор для гостиной. Гардероб. Коврик из стразов. Горка. Великолепный кукольный домик. В нем есть все. Скиппи развлекается у себя в комнате. У нее очень много игрушек. Флаффи, хочешь играться? Ой, осторожно! О, нет! Песик сломал кукольный домик. Где теперь будут жить мои куколки? Кен услышал плач. Я сделаю тебе новый домик. Ага. Полная коробка инструментов. За дело. Последние детали. Принимай работу, Скиппи. Ух ты, он еще лучше того, что был. Песик пришел извиняться. Малышка не огорчается и играет в новом доме. Какой чудесный домик. Согласен, Флаффи. Подготовим куклу. Укоротим. Длинная шевелюра. Фен с расческой. Отличный манекен для причесок. Малышка пытается сделать себе прическу. Ой, запуталась. Скиппи, давай я сниму. У меня идея. На манекене можешь делать все, что захочешь. Начну со стрижки. Легкая асимметрия. А тебе сделаем удобный хвостик. У манекена тоже новая прическа. Пластиковая деталька. Срежем лишнее. Карандашик. Снимем грифель. Кусочек блестящего фоамирана. Синельная проволока послужит щетиной. Превосходная электрощетка поможет в гигиене рта. Барби читает дочурке сказку на ночь. И жили они долго и счастливо. Ой, зуб выпал. Положи его под подушку, и придет зубная фея с подарками. А теперь засыпай. К ней пришла фея. Для тебя я приготовила электрощетку. Фея обменяла зубик на деньги. Ух ты, подарки! Мама, фея ко мне приходила. Фея подарила мне зубную щетку. Почистим зубки вместе. Мне нравится. Распечатанные картинки. Раскрасим пазлы. Склеим. Вырежем по линиям. Соединим детальки. Развертка коробочки. Упаковка готова. Чудесное развлечение для детей и взрослых. Тетушка спешит к своей племяннице Скиппи. Я столько подарков купила, а об этих пазлах малышка мечтала. Поехали скорее. Кен и дочурка смотрят мультики. Привет, Барби. Приветик, Кен. Приветик, Стефани. Привет. Я так хотела эти пазлы. Тетушка с малышкой занялись делом. Последний пазл. Картинка собрана. Очень красиво получилось. Семья весело провела время. Листы фоамирана. Собираем детали. Пришиваем молнию. Розовые ленточки укоротим.
логотип Барби. Все вещички поместились. Очень стильный рюкзачок. Переносимся в школу, дети готовятся к занятию. Ага. Итак, начинаем. Все на месте? Не, Скипи еще нет. Я свяжусь с родителями. Простите, я немного опоздала. У малышки новый рюкзачок. Дети, доставайте свои книги. Малышка полезла в рюкзак, там одни лишь игрушки. Ого! Дети в восторге от игрушек Скипи. Школа – это не место для игр. Я заберу это на время урока. Миссис Ли играет игрушками. А детки повторяют уроки. Учительница точно вспомнила детство. Отрезаем кусочек трубочки. Наполняем клеем. Смешиваем с розовым глиттером. Блестящий клей Elmer's поможет воплотить в жизнь самые необычные идеи хендмейда. Крошка Барби веселится с любимыми игрушками. Зайка, сегодня ты пойдешь в гости к куколке. А вот и нет. Он пойдет со мной. Эй, так нечестно. Отдай. Попробуй догони. Упс, на пол пролился клей. Ой, кажется, я влип. Получил по заслугам. Зайка мой. Сестренка, помоги. Я был неправ. Ладно, давай руку. Вместе играть гораздо веселее. Сколько деталей Лего? Сперва используем старую щетку. Укоротим пластиковую деталь. Немного магии. Розовый микроскоп. Добавим мощные линзы. Приспособление будет прививать деткам любовь к науке. Начался урок биологии. Детишки, сегодня у нас необычное занятие. Мы будем изучать строение объектов под микроскопом. Барби, нам пригодится волосок. Узнаем, из чего состоит структура наших причесок. Кладем волос на стеклышко, подкрутим мощность. Взгляните! Я тоже хочу посмотреть. Сейчас я всех разыграю. Парнишка незаметно заменил волос грязью. Ой, какой ужас! Там что-то многолапое. Так, это твои проделки. Ну, берегись. Праздничная елочка. Возьмем шарик. Сотрем старую краску. Какой нежный розовый. Нарисуем континенты. Проденем ватную палочку. Фиксируем глобус на подставке. С моделью земного шара познавать мир куда интереснее. В школе проходит урок географии. Детишки, запоминайте. О, неужели вам не интересен мой урок? Есть идея. Дети, ау, урок продолжается. Мисс Уинслет, почему вы переоделись? Хочу рассказать вам о моде народов мира. Кто покажет, где был распространен такой наряд? Может, где-то тут? Я покажу, это же очевидно, тут. Умница, так гораздо легче запомнить. Учительница нашла интересный подход к школьникам. Изготовим мини-рюкзачок. Клеим напольное покрытие, обои. Разделяем домик на два этажа. Закрепляем блестящие лямки. Крошечное кресло. Остальная мебель тоже по размеру. Прозрачную дверцу украшаем отверстиями для воздуха. Детишки будут в восторге. Крошки, посидите тихонько. А я принесу кое-что вкусненькое. Пошалим. Нужно все исследовать. О, апельсинки. Упс, все рассыпалось. Смотри, куда я забралась. О, отправляемся в джунгли. А вот и я.
Что вы натворили? Нужно направить вашу энергию во что-то интересное. Как насчет домика-рюкзачка? Смотрите, в нем целых два этажа. Есть с чем поиграть. Детишки в восторге, теперь они заняты, а мама может спокойно отдохнуть. Переноска для кота превратится в супер-рюкзачок. Уплотняем спинку, укрепляем бока фоамираном. Стены украшают обои с принтами. Переходим к мебели. Подготовим старую точилку, фетровый квадратик. Из окамеха сшиваем мягкое сиденье со спинкой. Закрепляем ножки. Получилось удобное кресло. Бутылочка. Обрезаем верх. Перекрашиваем в розовый цвет. Мастерим подставку. Надеваем абажур. Торшер станет украшением интерьера. Контейнеры разделяем по паре боксов. Лучше в розовом. Соединяем. Получился вместительный комодик под зеркало. Изготовим кроватку. Милая подушка, теплый плед. Сладких снов! Заполним домик мебелью. Милый розовый интерьер. С верхнего этажа можно спуститься по горке. Обклеим домик снаружи пушистым мехом. Крошка Барби отдыхает с братиком в уютном доме. Детишки, я принесла вкусняшки. О, я только за! Спасибо, мамочка! Угощайтесь пончиками с какао. Придумаем шалости на завтра. О, у меня полно идей. Ох, какао меня разморило. Пора готовиться ко сну. Расчешу волосы. Запишу пару мыслей в дневничок. Сладких снов, доченька. Какая милашка, особенно когда спит. Разбираем чудо-фломастеры. Вынимаем наконечник. Обклеиваем этикетками крайон. Складываем восковые мелки в коробочку. Превосходный набор для творчества. Доченька, я собираюсь скоро уходить. Остаешься за старшую. Юху, без проблем, мам. Уже придумала, чем заняться? Что-нибудь придумаю. Ладно, мне пора. Будь паинькой. Наконец-то могу заглянуть в мамину косметичку. Ух ты, карандашик! Нужно украсить стену. Ах, Барби, тебя посетило вдохновение? Так же красивее, правда, мамочка? Творчество нужно поощрять, но мой карандашик не годится. Держи набор мелков. Вау! Можно нарисовать что угодно. Мама с дочкой вместе расписали стену сказочным пейзажем. Мастерим блестящий пенал. Добавим застежку-липучку. Вынимаем стержень из ручки. Магия уменьшения. Сверху мордочка мишки. Ручка словно покрыта сладкой посыпкой. Разделим карандаш. Обмотаем блестящим скотчем. Не хватает только линейки. Урок в самом разгаре. Детишки, достаем школьные принадлежности. Подготовьтесь к самостоятельной работе. Нарисуйте лошадку. Как хорошо, что я захватила новенький пенал. Ух ты, Синди, какие красивые у тебя материалы! Можно мне ручку, а мне линейку? Девочка любезно поделилась с подружками. У всех получились чудесные рисунки. Умнички! Какой замечательный класс! Пригодится прозрачный пластик. Клеим шаблоны. Вырезаем заготовки для ножниц. Можно разрезать что угодно. Малютка мечтает стать модельером. Мои наряды покорят весь мир. Начну делать эскизы. Но где же взять ткань? О, ножнички! Подойдут шторы. Вокруг полетели обрезки. Вот так! Платье почти готово.
Осталось украсить тесьмой. Хорошо, что рядом подушка. Похвастаюсь маме. Здорово получилось. Доченька, пора обедать. О, что с нашими шторами? Что здесь творилось? Oh my gosh. Мамочка, смотри, я сама сшила платье. Теперь ясно. Очень талантлива, детка.